Погодка поменялась, но тем не менее тренер хорош постоянством, поэтому погода меняется, а мы постоянно ходим, ухаживаем за собой. Естественно, какие-то обстоятельства могут повлиять, что пропустишь ходьбу, но постараться так, чтобы обстоятельства на нас не влияли, мы были выше обстоятельств. Да, потемнело, чисто поле. Ехал, 16 градусов было. С одной стороны прохладно, не жарко. Еще зелени много. И также приятно идти. Закончились суббота, воскресенье. И как видите, работы коммунальщикам прибыло. Но тем не менее убирается. И чистота, порядок поддерживается. Yes. Неспокойно синее море. А дождик-то все сильнее, и похоже, что пошел облажной. Еще кружок, и